Журналист западного издания International Business Times Абхин Авкини прокомментировал слова Альвареса по поводу вероятности третьего поединка с Головкиным. «Это не единственный реванш, для которого открыт Альварес. Множество людей в мире бокса до сих пор чувствуют, что Головкин остался непобежден Альваресом и был ограблен судьями в обеих их встречах. Это бой, который может случиться, вы знаете, в конце концов это может произойти, у нас сначала поединок 15 декабря. Но это явно бой, который может произойти, если фаны хотят этого, если люди жаждут этого, если публика требует. Это точно может случиться, но это далеко впереди, сейчас мы сконцентрированы на текущем бою», заявил Альварес по поводу трилогии с Головкиным. «Это может случиться в третий раз, если верить Альваресу, особенно если на это будет спрос». Альварес недавно подписал контракт со стриминговой организацией DAZN, и от Головкина все ждут, что он сделает то же самое, пишет журналист.